Друзья, всем привет, с вами установочный центр ПК Авто. Мы находимся в автомобиле Hyundai Santa Fe. Магнитола на андроиде, производителя Vomi, 10 дюймов, 6128, 6 оперативной памяти, 128 внутренней памяти, 8 ядер, есть слот под симку, QLED экран. Это магнитола на максималках на сегодняшний день. Смотрится она вся по-штатному, очень круто, ну вот прям как заводская магнитола, только на андроиде. Комплектация у нас акустика Krell и круговой обзор. Включаем заднюю передачу, у нас включается штатный круговой обзор, линии поворачиваются, все как и должно быть. Вот эти штучечки нажимаются, ну, любые направления, все это есть. И также при драйве мы нажимаем кнопочку View, у нас либо выключает круговой обзор, либо принудительно включает, и мы едем, смотрим в круговой обзор. Окей, выключаем. Теперь по звуку. Звук, естественно, работает также очень круто. Не можем делать громко, потому что нас забанят. Также есть YouTube забанит за музыку. Также есть оригинальные настройки от автомобиля, язык щитка приборов. Это все работает. Мы сейчас меняли. Все отлично. Ну, какие-то тоже есть настройки. Сюда лучше не заходить. Теперь по магнитоле. 10 дюймов. Полноценный Android 10, Play Market в открытом доступе, заходим, скачиваем все, что нужно, любые приложения, Яндекс.Карты, кто-то пользуется, Navitel, мы устанавливаем по умолчанию Яндекс.Навигатор. Поехали в Сбербанк. В данном автомобиле микрофон для громкой связи используется штатный. Все понятно, сейчас построят маршрут. GPS-антенна используется штатный, USB используется штатный, дополнительный USB вместе со слотом под сим-карту у нас в бардачке. Заднюю картиночку можно менять. Мы нажимаем в центр, удержим обои. Так, не попал. Нажимаем, удержим, выбираем обои. И выбираем вот эту картинку. Когда загрузите сюда свои картинки, фотографии, они тут здесь появятся. Жена, ребенок. Установить обои. И все, задняя картиночка у нас такая прикольная. Там микросхема или схема метро, да? Схема метро в Китае, по-моему. В магнитоле также есть разделение экрана, естественно. Мы нажимаем два квадратика, ищем Яндекс.Навигатор, тут есть такая книжечка, нажимаем на книжечку, он становится слева, справа выбираем любое другое открытое приложение, YouTube, например. Пожалуйста, едем, ребенку включили Машу и Медведь, либо внуку, сами смотрим в Яндекс.Навигатор. Два экрана работают независимо друг от друга. Класс. И ползунком на весь экран. На 10 дюймов это прям очень огромный экран. Смотрится классно. Если вы хотите приобрести такую магнитолу, у вас есть какие-то вопросы, переходите по ссылке в описании, звоните, пишите, с радостью поможем, установим и отправим в любой регион нашей страны. С вами был установочный центр ПК Авто. Всем пока.